Что я вам хочу показать? Вот такие вот ушки. Вот они. Видите, какие? Называются беруши из силикона. Написано, что они регулируются. Ну, я в принципе не пойму, чем они регулируются. Единственное, что я могу понять, что это силикон, да? И он может быть, вот смотрите, вот, чтобы было видно. Вот он принимает форму, какую вы ему зададите. И чуть-чуть, конечно, липкий. Вот палец липнет. Но они вот, будет тут больше видно, вот. Чуть-чуть ведут себя, ну, как пластилин, что ли. Вот, но они, вот я согнул, и он раз и распрямляется чуть-чуть. То есть пластилин, он уже не распрямится, а это как бы распрямляется. То есть затолкнуть хорошо в ухо, да, и они потом расправятся, и вообще типа ничего не будет слышно. Ну, такие сделаны два кусочка силиконовых. Стоят, конечно, ну, с одной стороны, недорого, с другой стороны, как бы за два кусочка столько заплатить. Вроде бы, ну, ну, видите, чтобы купить таких два кусочка, да, где вот возьмешь таких вот два именно кругленьких, да, там по размеру еще кусочка. И тем более, что они такие крупноватые. Вот. Только, конечно, надо заказать. Смотрите, ими можно пользоваться. Вот. Можно в ванне. Они вот силиконовые, можно в ванне, можно спать, чтобы никто не мешал, и какие-то работы выполнять, и на самолете летать, чтобы уши как бы, ну, не шумели в ушах, ничего шума не было. Ну, такие вот беруши. Я думаю, что они пригодятся и свое отслужат. Кстати, срок годности у них 3 года. 3 года, представляете? То есть срок годности, в принципе, нормальный. Хранить в таком прохладном, не солнечном месте. На солнце хранить нельзя, написано вот в инструкции. Ну, на 3 года, если они будут служить, хорошо, можно в бассейн ходить, да, чтобы уши вода не затекала, на море, на работе, там, если кто работает, и шумы какие-то, да, спать, чтобы никто не мешал. Ну и в самолетах перелетать тоже, как бы. Вот такие вот. Чуть-чуть тут есть неровности. Вот у меня получилось так. Видите, так счёс небольшой. Думаю, ну, знаете, как нам все пойдет. В общем, кто захочет, в принципе, я ссылочку оставлю. Здесь, значит, было аж 4 штучки. То есть на 2 человека продаются. По 2 я не видел. Вот. 2 уже у меня уже побежали мерять. А эти я уже говорю, давай покажем на видео. Все, значит, кто захочет, ссылку я оставлю под видео. Всем пока.